Приветствую! Сегодня разбираем с вами красивую мелодию, несложную на гитаре. Давайте я сейчас ее сыграю и подробно все разберем. Приступим. Начинаем играть из пятой струны, играем восьмой, седьмой лад, потом у нас в октаву получается нотками, третью играем на девятом. Вот так. Дальше. Играет третья струна, 9, 10, 9, 7 и четвертая, 10, 9 и 7. Давайте сначала. Дальше играет четвертая струна, девятый, седьмой лад и вторая на десятом. Дальше играем все на второй струне, 10, 11, 10, 8, 10, 8 и слайдом уходим на шестой лад, то есть чтобы у нас струна осталась звучать. И вот так уехали сюда. Еще раз эту часть. Вот так. Дальше. Играет вторая струна, пятый лад, третья, седьмой и первая, седьмой. Дальше. Играем на второй струне, 5, 6, 5, потом третья 7, вторая 5 и третью, сразу вот палец у нас на второй стоит, перекидаем палец, как бы переклоняем на третью, и с пятого лада играем слайд на седьмой лад и на пятый, еще раз. Дальше играет третья на четвертом, четвертая на седьмом и снова третья на четвертом. Дальше третья играет 4, 7, 5, 4,
четвертая 7, и седьмого, а потом четвертую на девятой играем. Еще раз. Вот так. Давайте попробуем медленно сначала все сыграть. Вот, и это все я сыграл 4 раза. Итак, весь у нас получился вот разбор. Пробуйте, конечно, все должно получиться. Песня несложная и красивая. Желаю вам творческих успехов. Спасибо, пока.